Отже, друзі, нещодавно я помітила пост одного батька, який стурбований, що його півторарічний малюк не говорить. Він промоніторив різні форми для матусі, зробив висновок, що це біда. І, як на мене, зараз усі хвилюють питання, коли ж чекати від малюків перших звуків, перших слів. І сьогодні з цим нам допоможе розібратися наша гостя. Світлана Осіпцова, логопед. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас в нашій студії. Отже, головне питання – коли? Коли вони почнуть, коли батькам чекати перших слів від малечі? Давайте начнем с самого-самого начала. Дело в том, что речь и мышление ребенка – это единая, да, система. И при самом зачатии, уже на 10-й неделе, когда ребеночек в утробе матери, уже происходит формирование головного мозга. И ребенок рождается уже сформированным головным мозгом на 70%. 15% дозревают от 0 до 6, а остальные 15 уже с 1 класса до подросткового возраста формируется. Вот так. Да, вот так вот, очень интересно. Поэтому, когда ребенок находится в утробе матери, уже нужно его окружать качественно речью, хорошей музыкой, хорошим окружением. Да? То есть, когда мама... не дарма, просто мамы слухают, там чи батьки ходят, ну, розмовляют, да, все вони чують вже. Все чують, все чують, і все вже починає формуватись. Але я перейду на російському, мені так зручніше з думками з'єднуватися. Добре. И когда ребенок в утробе матери, он обязательно должен слышать качественную речь, качественную музыку. То есть мама уже может ходить в театр, мама может путешествовать, больше общаться с малышом, уже можно начинать. Когда ребеночек родился, вот, да, то есть ему 0 месяцев, он родился, и от 0 до 4,5 происходит активное формирование и уже развитие речевой деятельности. Такое себе называемое гуление. Ребенок начинает первые звуки издавать, да? Ребенок агукает. Ребенок начинает формировать с 4,5 месяцев до 1 года. Происходит формирование слоговой структуры. То есть, да, самые простые слова, почему говорят, ребенок вот в год говорил «мама», «папа». Это и есть слог, просто он идет в повторе, да, «мама», «папа». Но ребенок же говорил, почему же он не говорит сейчас в 3? Возможно, повлияла прививка, возможно, повлияло какое-то заболевание, температура, возможно, повлияло... та среда окружения, в которой было мало общения, мало диалога, вот и так далее. Поэтому, возвращаясь к вопросу, когда первые слова? Первые слова вот в год. Мама, папа. Это вот те слоги, которые уже сформированы с 4,5 месяца до года. Так, отже, в рік. А от у нас нашого татуся в півтора року, ну, от місяць, рік і 8 місяців йому, і малюк поки що мовчить. Чому? Чому він не говорить або, ну, так пізно починає? Почему поздно? Как я сказала ранее, может быть какое-то заболевание, может быть стресс у ребенка, может быть наследственное. Американские ученые уже доказали, что есть речевой ген. Вот они как бы сейчас дальше продолжают, разрабатывают эту тему, поэтому, я думаю, мы скоро уже узнаем, да. И сейчас очень влияет окружающая среда, то, что окружает не в природе, природа очень благоприятно влияет на ребенка, а то, как задают ритм родители жизни, развитию и воспитанию. Сейчас же все в основном, где вот даже я, да, в телефон, у меня в руках, ну, это нормально, хоть он и на самолетике, но это уже привычка. Так же самое и родители. Они пришли с работы, что? Они вначале новости в интернете, новости в планшете. Раньше читали газеты, книги, сейчас читают смартфоны. Да? Ребенок, чтобы не мешал, как правило, ему включают мультик или телевизор. Что происходит? Формируется монолог, внутренняя речь. А диалога, выхода, как правило, ну, его нет, его сложно задать. Если помните, в детстве мы играли в ладушки. Да? Такая замечательная игра, ее сейчас все забыли, но она очень хорошо задает ритм. Да? То есть... очень хорошо, это называется кинезиологическое упражнение, активация речевой деятельности и развитие головного мозга через руки. Вот это тоже очень замечательно, вот этого не делают. Потом раньше все катались на качелях, да? Развивался вестибулярный аппарат в головном мозге у ребенка. Это тоже благоприятно влияло на активацию, развитие речевой деятельности именно уже с года, там, год и 8, 2, у кого-то с 2 до 3. Сейчас, вот, как правило, даже врачи замечают, что норма, когда ребенок в 3 только начинает говорить. Но на самом деле это можно изменить и вернуться к тем нормам, которые были раньше.
если уделять внимание больше, да, ребеночку, если с ним больше говорить, больше читать. Ну, то есть говорить, он должен слышать качественно. Тобто в три не страшно, якщо в три почне говорити, ну, це вже до як трьох, норм. До трьох має, да, говорити. Ну, з двох до трьох я рекомендую всегда обычно обращаться уже к неврологу. Почему? Потому что есть такая тенденция у меня за полтора года в практике, что приходят мамы очень много с заиканием. Почему заикание? Испугался? Нет. А вот что случилось? Вот просто начал говорить, не говорил до трех, а потом начал говорить и начал заикаться. Что происходит? Ребенок не говорил до трех, то есть у него речевой выдох не сформирован. Он не может успеть, да, вдохнуть и рассказать. А так как он заговорил, наконец-то решил, он быстро очень говорит, так как и думает. Детки очень быстро, да, думают, взвешивают все, вот, и слышат все вокруг, воспринимают. И ребенок вдыхает ртом на эмоциях, эмоций у него много рассказать, начинает. И происходит, да, то есть... такое приобретенное, да, заикание с помощью того, что очень сильный поток речевой деятельности. Поэтому вот с двух, если до двух не заговорил, я рекомендую понаблюдаться немножечко у невролога, то есть с детским психиатром можно подождать, а да, к неврологу можно обратиться. То есть уже час быть на сполу, уже треба, да, задумываться. Добре, ну мы дізналися, что вот еще раз, когда дитина в утробе уже начинает с ним говорить, а ось если маленький, там начинает угукать, уже час с ним разговаривать, можливо, проговорить ему слова. Да, да, если ребеночек лежит, вот, да, вы подошли к нему, он уже улыбнулся. То есть он хочет увидеть, услышать. Дети, как правило, в общей среде, которая его окружают, они выделяют что? Они выделяют тот голос, который им интересен. Это может быть мама, может быть папа, может быть бабушка. И потом можно определить, какой голос доминирует, ну, как, на какой он реагирует лучше всего. Вот лучше, как бы, чтобы этот человек и помогал ему в активации речевой деятельности. И, соответственно, ага, вот такой секрет, друзья. Конечно, детки же не вначале что? Они аудиалы, они очень слышат. Когда им интересно, они начинают смотреть на ротик. И потом по аналогии дети повторяют. Почему современные дети начинают поздно говорить? Потому что нет диалога между родителями, либо он очень маленький, да, раньше бабушки много говорили, и сами родители тоже, и в детский сад уже идут детки, как правило, 2,5-3 года, то есть, а до этого времени нужно его погрузить в ту среду, в которой бы ребенок видел, как губки двигаются, как язычок, вот, и, как правило, эту роль хорошо играет человек, который интересен малышу. Вот в моем случае со старшей дочерью это была бабушка. И она уже там 8 месяцев, она уже первый такой звук, слог сказала «ка», потому что бабушка часто на нее говорила «Катя». Хотя в этом возрасте заднеязыковые звуки детки очень сложно выговаривают. Она просто повторяла. Ну, бабушка ей говорила «Катя», а она просто «ка», то есть она старалась ответить ей. Да, ну это такое волшебство называется человеческих отношений, любви бабушек, внуков, мам и детей, и пап и детей, семьи в целом. Так, добре, а які, можливо, є вправи, щоб, наприклад, ну ось хлопчик, да, 1,8, як може, ну, допроситися у нього тих слів, от, ну, випросити якось якимись вправами, іграми? Опять же интерес, нужно включить интерес, нужно посмотреть, что интересно, и в этой сфере, вот именно здесь, в эту секунду включить его интерес. Если интересны машины, значит, машинами с ним общаться, покажи, где колесо, да, там, чтобы ребенок видел ротик, да, четко. Но если в 1,8 не говорит, вот включаем интерес, и уже можно сходить к неврологу. Ничего страшного, ведь насморк же мы лечим, правильно, кашель же мы лечим. Значит, нужно обратиться к неврологу. Если, например, не понравились ответы, результаты, можно сходить еще к одному доктору, к третьему. Но я, как правило, тоже же мама, а я со своими детьми методом трех исключений. То есть, да, три мнения, и если подтверждаются, значит, окей, да, это правда. Це нормально. Час, да, задумуватись. Так, добре. Ну, а як те, що він починає, ну, пізно говорити, як на майбутнє вплине на маленьку? Если ребенок поздно формирует речевую деятельность, то есть не говорит, я уже сказала в самом начале, что речь и логическое мышление, развитие умственное, да, это вот единое целое.
Как правило, потом формируются такие навыки, как логика слабовато, такое, как фокус внимания ребенок сложно держит на том или ином событии, либо деле, которое он выполняет. Ребенок не раскрашивает до конца, он не доскладывает конструктор, то есть он начал, оставил и бросил, начал, оставил и бросил. То есть частая смена видов деятельности. По инструкции раскрашивания тоже очень хорошо стимулируют речевую деятельность. То есть начали, вернулись, на следующий день закончили, по чуть-чуть, и ребенок увидел, что он доделал, таким образом появляется усидчивость, да, и это тоже стимулирует речевую деятельность. Так, ну тепер декілька порад просто для наших глядачів, просто так у загальному все, що ми вже сказали. Що робити, якщо дитинка просто мовчить, або як її стимулювати до того? Так, якщо ребеночек ваш в год і 8 ще не заговорив, либо говорить тільки какие-то слова, которые вы не понимаете. То есть это идет, как я уже говорила, с 4,5 месяца до года, идет формирование слоговое. Да? Если ваш ребеночек сформировал слоги, но складывает их в такую некую кашицу непонятную, то попробуйте с помощью задания ритма, вот, да, задавать там, например, пошли кушать кашу, вот такое самое простое. Да? Пусть ребенок тоже вместе с вами прохлопает в ладоши. Можно задавать ритм на столе, то есть ребеночек постучал, и вы постучали. Чтобы не возникал логоневроз, когда резко хлынула речевая активность, рекомендуется надувать элементарно шарики, элементарно дуть мыльные пузыри, вот, то есть все, что идет вдох носиком и выдох через ротик. И, конечно же, нужно обратиться к неврологу. Это моя рекомендация как специалиста. Для того, чтобы подстраховать себя, ну, если все окей, окей, точку поставили, пошли на танцы, вот, опять же, добавлю, очень хорошо, музыка задает ритм, то есть, если мама не слушала музыку во время беременности, если ребенку не включали сказки, в которых тоже есть ритм, то можно начать в год и восемь. Вже час задуматись. Вже час, да, да, пам'ятайте, що наші дітки повторюються за нами. Пані Світлана, скажіть, а мультики допомагають діткам розвивати, ну, мовлення, говорити? Ви знаєте, я, пожалуй, соглашусь, що да, но мультики, як і розкраски, як і книжки, повинні бути по возрасту. Да? Тобто, якщо це маленький ребенок, значить, повинно бути дійствий мало, вони повинні бути чіткі, річ повинна бути теж чітка. Якщо родители вибирають на українській мові, да, мультфильм, значит украинскую, если российскую, значит российской, если английскомовный мульт, родители тоже любят, значит на английском, ну то есть все зависит от выбора ребенка, но герои должны быть понятные, глазки, носики, ушки должны быть на месте, и выбираем по возрасту, то есть маленький ребенок не может смотреть мульт длиной в 40 минут, да? Ему нужно там 5-7 дозированно.